Здравствуйте, с вами снова Оспер, мой очередной трек, первый Indoor Battle, специально для вас. Че? Я подожди, не отвлекай. Оспер Деверлайт. Первая встреча незабытная, ее ты стояла размечивая, высматривая что-то, но не знаю почему. Разговор шел долго, может потому что ты одна такая в городе. Ты красиво молода, а зачем на время, если можем мы с тобой говорить неделями. Может просто оптимисты и с тобой подходим, кто бы что ни думал, в жанре лирики подходим. Я такое лишь пишу только своим близким, если я пишу про нас, значит больше жизни. Никогда так не писал, но тебе привычно, видно просто автоматом для тебя публично. Я люблю тебя, и это сигматичная, симпатичная история. Она как ты довольная, когда я поднимаю глаза в небо, я знаю, эта песня для тебя. Я люблю тебя, ведь мы с тобой подходим. Эта песня не для вас, а для тех, кто болен. Любовью привычно, для всех оптимично. Стандартно, как солнце для милой. С любовью, помнишь, летали, лужи стояли. После дождя мы с тобой обнимали. Радуги ясно смотрелись на фоне. Это ведь фото сохранил в телефоне. Все для тебя, миф и реальность. Все, что реально, улыбка твоя. Глазки блестят, сердце стучит. Значит, ты рядом и больше не надо. Главное, вместе, хоть ссоримся часто. Все же люблю, ты все же прекрасная. Ты лучшая в мире, в шоке от счастья. Люблю я тебя. Телепузик мы с бластером. Ну типа такого. Записывайте треки, и может у вас что-нибудь получится, как и у меня. Какая-то лажа. Space.ru специально для вас. Копа 288.